Ani la rând, în acest sat de la nordul Moldovei, cei peste 1000 de locuitori se bucurau de liniște și pace. Asta până când, într-o zi, aici s-au mutat cu traiul câțiva străini. Крашеные, с длинными ногтями. Ну, когда спросили их, кто вы, как вы, зачем, они сказали, мы будем типа снимать фильм. А потом же оказалось, что они всего-навсего снимают все, весь быт своего уклада жизни, как можно так сказать. То Али-Баба, или кого-то там, или не знаю, там, то Батон, я не знаю их всех по имени. Поставили в трону. И там говорят, давайте отвечайте, кто больше лайков, и он начинает подниматься понемножку. Не нужно шоу. Они разбили окна, они разбили погреб, зашли, взяли вино, понапивались. Это наше дело, как мы разговариваем у себя дома. Простите, пожалуйста, мы же не приходим к вашей калитке, но не смотрите наш эфир. Так вас смотрят дети, это наше будущее, дети. Идея Виктора была такая, чтобы помочь людям с проблемами. Витя вас привил и сказал, делайте так, и вы так делаете. Он вам завтра скажет, там прыгать, вы прыгнете. Может быть, и те, кто нас смотрит, увидев меня, что в 33 года у меня нет ни семьи, ни детей, просто не будут этого делать. А у вас какие посылы в видео? Только хочу именно сказать людям, чтобы делали добро и будет лучше отношение к ним. Mă bucur să te văd zâmbind larg când ai intrat aici. Da, ei fac. Такой образ жизни в нашем селе никто не видел до сих пор. А вы привыкаете, вы думаете, мне тоже стыдно жить в деревне, я-то живу в Кишиневе. Alexandru, spune-mi, te rog, tu ești cel mai, hai să zic, colorat sau atragi cel mai mult atenția din gașca voastră și vreau să te întreb de ce te-ai hotărât să-ți schimbi atât de radical înfățișarea? Ну, я не знаю, смотрели вот в интернете зомби-бой, да, зомби-мен, ему говорят, царство небесное, он упал с третьего этажа и умер, да. Я хочу его карьеру продолжить. Хочу стать, как он был разукрашен. Хочу попробовать себя. А если упадешь в третий? А почему именно его? То есть, вот я так понимаю, что ты хочешь привлекать него? У меня брат есть, да, он себе татушку набил в 14 лет, мне 28. Я боялся вот этого. Но на лице редко кто себе делает татуировки. Ну, это только начало, а здесь очень еще много работы. А, это только начало? Это только начало. Я буду с ног до головы весь. Le-ai povestit colegilor mei și despre visele tale, dar și despre trecutul tău. Nu e mnogă planul. Hai să le auzim. Alexandru Kuzmenko are 28 de ani și este originar din orașul Cricova. Alături de fratele lui mai mic, tânărul a fost crescut doar de bunică. Mama lor a plecat în Grecia când Alexandru avea doar 6 ani, iar fratele său 4 ani. Учились у нас в Криково в школе, в обычной школе, до 4 класса, остальные в интернате. În anul 2015, mama lui Alexandru a dispărut fără veste în Grecia. Din acel moment, tânărul nu mai cunoaște nimic despre ea. Звонила там соседке на домашний номер. И вот уже 6 лет ее не слышу. Нас бабушка поднимала с братом. Бывали дни, она мне снилась, сейчас вообще не снится, ничего, короче. Alexandru povestește că pentru a se putea întreține, o vreme lucra cu ziua prin sate. Banii câștigați însă erau prea puțini. Пошел работать 16 лет. Где работал? Подрабатывал на стройке, в день работал, на хозяина, как сказать. Astăzi, tânărul vrea să-și schimbe viața radical. El are de gând să-și acopere tot corpul cu tatuaje, inclusiv și fața. Ce, eu pot за 200-300 lei работать здесь, когда здесь можешь тоже заработать неплохо. Мне хотелось бы сняться в каком-то клипе, в съемках. Я бы с этим Карлом Дримсом бы сфоткался, бы у него там бы где-то бы снялся. Или одежду какую-то бы рекламировал бы. Bine, poate și prin intermediul emisiunii noastre te va auzi și Carlos Dreams și această idee a ta sau vis al tău se va împlini. Dar spune-mi, te rog, bunica ta te-a văzut după această transformare? Încă nu? Ți-e frică să te arăți? Nu vreau să-i fac și șocul ei, dar din auzire mă auzit, căroci. Acolo și vecinii haiut mine, căroci, și cu viața ta. Ea i sosedem scăzală, în comentarii napisal și toate, люди добри, не трогайте меня, мое жизнь, мое лицо, что хочу, то и делаю. Здесь, в Молдове, нет такого запрета, чтоб тебя не рисовали. Хочешь, рисуй, я не твое тело рисую, не его тело, я свое тело рисую. Но как раз твоя бабушка тебя не приняла, к сожалению. Ну, я-то бабушку на нее не обижаюсь, но она сказала, как приедешь сегодня, чтоб я хотел бабушку сегодня забрать, отвезти в паспортный стол, чтобы она дала подтверждение, что я ее внук. Она положила трубку и сказала, иди, на-на-на-на. И все. И вот это последний разговор с бабушкой. А я уже так сказал, я вообще дома не буду находиться. Если у меня что-то получится, я хочу жить отдельно. Буду помогать, буду работать на два фронта. Василий,
Hai să trecem la tine, dar tu prin ce te afișezi în această gașcă atât de colorată? Ești aproape la fel de cumințel ca și Alexandru, celălalt Alexandru, dar ai un zâmbet de milioane. Timid, 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 da. Să începem de la stradă, da? Noi avem un subiectel pregătit despre tine, la fel ca și despre ceilalți colegi ai tăi. Hai atunci să-l vedem și după aia îți mai dau niște întrebări. Atenție la ecran. Până ajunge în casa vagabonzilor, așa cum o numesc chiar locatarii, Vasile s-a făcut cunoscut la Bălți, orașul lui natal. Oamenii îl cunoșteau pentru extravaganța și dansurile excentrice. Eu n-am timpul la mustru ca tare. Chiar și lumea spune, ești dansează, îți dau niște bani, poate, știi? Păi eu dansam. Ei singuri scoate telefoane, singuri faci, eu dansam, prostă eu dansam. Eu dansez și îmi fac de o bucată de pâine, că n-am avut și altă vârstă. Băiatul spune că, datorită dansului în stradă, putea câștiga niște bani, iar lumea îl trata cu respect. Când era concert, eu dansam. Și lumea nu stă la cum stă la chipa la Buzăva, dar stă la mine, chipa eu era mai, să știi? La mine se știa atentă, cum dansam. Vasile zice că jumătate din banii câștigați din concertele la pălărie îi trimiteau mamei. Facem 1000, facem dacă 1000 de lei și îi dădeam 500 de lei, îi pus că mamica n-a 500 de lei. Da, mamica era bucuroasă, că se vede că eu am țăr la, vede că am țăr la dânsul. Vasile nu a avut o soartă ușoară. Tânărul a ajuns la internat pe când avea doar 4 ani. Ceilalți doi frați ai săi au rămas să locuiască alături de mama. Singura care îl vizita era mătușa. El știe și viața a trecut tare, o leacă grea. Eu plângeam, Doamne, nu știu în care parte, nu știu în care parte să mă duc. Deși are 20 de ani, Vasile nu știe să citească și nici să scrie. Totuși, unicul lui vis este să danseze și să fie admirat de lume. Asta l-ar face să nu se mai întoarcă niciodată în stradă, spune băiatul. Eu vreau să văd, am un, cum să zicem, mai proști, că n-a fost a mea, știi, și chen, mai trecutul meu. Eu când dansez și când fac ceva, eu văd tot. Ce crede mama lui Vasile despre traiul feciorului său în casa vagabonzilor, aflați în câteva momente. Vasile, vreau să știu dacă mama ta știe unde tu te afli acum, poate te urmărește și pe rețele de socializare sau pe internet? Da, vede. Ea are ceva împotrivă? Cum vede ea lucrurile? Cum spune, prima dată când m-au catat, eu dorneam la o fată, dorneam. Eu tot așa, parcă tot dormim, tot mă gândim și la dânsa mă gândim. Prima dată nu știu. Nu, zic, mămica ta, ce crede despre ceea ce faci tu acum? Zici că să ieși de acolo și să merg acasă la dânsa. Să mergi acasă la dânsa? Da. Dar zi-mi, te rog, tu spui că ea știa că tu ai locuit practic în stradă până acum. Da, atunci nu-ți spunea să ieși din stradă și să vii la ea, să trăiești, da, cu ea? Da, îmi spune să vii la dânsa acasă, la dânsa. Așa? Și tu nu vroiai? Ție îți plăcea să trăiești, da, în stradă? Da, eu facem în stradă, facem pentru mine ca bani, facem de mâncare. Și dădeai și ei, da? Cum, eu nu șer de la mine, eu de mine, avem grijă de mamă, avem grijă. Să știi că noi am discutat cu mama ta la telefon. Ea crede că de fapt de tine se profită, iar cel care te pune să faci aceste filmulețe ciudate câștigă nerușinat bani și își bate joc de tine. Îmi pare rău să-ți spun, hai să vedem, să o ascultăm, de fapt. Omul ăsta care l-a luat pe dânsul, el o promută una și face alta, îl filmează, îl face muieri, îl face, îl vopțiază, îl face în toate felul. Dar și pot să-i fac, dacă el pe mine nu vrea să mă ascultă. Cum, vă slic, îți spun drept, el mă mai ajută, n-am ce spun, vine, mă ajută, dar nu-s bucuroasă cu așa bani, să duc să-și iară, să duc cercetul, să duc să facă, să-l facă fiecare băieț, să vă facă muieri, să-l vopțiază. Îl vede oameni care l-au stat la internat, că frații lui l-au vede pe TikTok, l-au vede pe YouTube. Ia uite, mamă, ce să faci cu dânsul, mamă, iată cum îl vopsești, mamă, iată cum îl îmbracă, îl muierești, mamă. Cineva e, folosește pe schinarea lui, dar cineva e banii pe echipul lui. Îl destruiești, Doamne ferește, ce faci dintr-o, știi, păi eu nu-l pun el. Dar și ne-l pune așa să facă om din Dumnezeu. Doamne ferește, și râs acolo și bătaie de joc acolo în casa și. Dar eu spun drept că vreau să-l scot de acolo. Eu nu știu ce faci lui acolo și nu-l ține acolo.
Если нас бы кого-то держали, я бы там бы не сидел бы. Он бы тоже бы не сидел бы. Здесь другой бы встал бы и развернулся бы и ушел. А что-то я вижу, наоборот, да, люди к нам еще и просятся. Так как вижу, Витя читает комментарии в ТикТоке, к нам люди просятся. Ну вот Василий, он же сам говорит, что мама его звала домой, а он не хотел. Так он не хочет домой. Это его, я это пример он разговаривал по телефону. Да мама? Да че это сплача моя мульца стая инстрада? Кум, а вем бухари, я колу. На кум фильме уже спиной не цинку, я с... Яр, ла мама нуай бухари. Ну, а колу бухари, да просто акум, масатур де касу, шума чем пе фак. Dar uite, mămica ta spune că cumva ești impus să faci toate aceste lucruri și ea ar vrea să te scoată, chiar și poate contra voinței tale, din această casă. Tu ce ai putea să spui? Nu, vede pe TikTok, eu că m-am sătesc cu bacul Cristina, bacul asta, când așa și poți... Nu, băi, spune că de rochii, când noi atunci ne-am dus să filmăm clip și te-ai îmbrăcat în rochii, te-au pus și neva... Stai și când eu grăiesc, cuzea, păjalusta! Nu găvări, Nicuza! Deci, ce tu mie perebivai? Da, hai să te întrebăm, pe tine te impune cineva să faci tot ce vedem noi pe Instagram? Eu prostă, eu m-am îmbrăcat în rochii, da, m-am îmbrăcat, tăi să m-am băit, da, m-am gătit, da. Dar prost a făcut, cum zicem, popor, hype-ul. Tot hype-ul să faci, să treagă atenția lumea la tine, să treagă lumea la tine, să vadă. Că nu știi, lumea îi place să râdă, să vadă. Ori lumea îți gândește, acolo și faci, păi tu să se îmbracă în fată. Și ți-ți place acest proces, această stare, ipostazele pe care, în care tu intri? Na, prost, acum vă spun, dreptate, nu mi-a plăcut, dar prost a făcut să vadă. Когда вас собрали или пригласили в этот дом, вам что-то было обещано или, не знаю, вы подписывали какие-то контракты? Нет, дома, о том, дома. Что... Вот и наши собственные сейчас дома. Скажу? Три дома не наши, я там прописан. Вам пообещали, что они эти уже дома наши, будут они ваши? Уже наши. Но это было... На всех четверых записано? Кристина, там прописан... два дома. А, я с Кристиной. Прописан, сын, да. Вот Кристина живет, это получается там где-то бабушка умерла и через дом. Это ее собственный дом, то там вдвоем прописан. Вы там прописаны или вы являетесь собственниками? Собственники этого? Того дома. Только вы двое. Сейчас у вас оформляются у вас документы на все. Vreau să știu dacă vi s-a mai propus ceva, anume, да, ca să vă atragă să participați în acest proiect. Нас не приглашали, я лично сама попросилась, мне негде было жить. У меня решила, по сути, участвовать в этом проекте, свою жилищную проблему. Это не проект, человек помогает, и мы снимаемся. Никакого, ничего такого нет, что вот он зарабатывает или заставляет. Vă reamintim că în această seară vorbim despre problema locuitorilor unui sat de la nordul Moldovei care se plâng pe niște vecini mutați recent în localitatea lor. Aceștia din urmă și-au transformat gospodăria într-un platou de filmare a unui reality show ciudat. Cei patru participanți ne-au spus poveștile lor de viață, de unde am aflat că toți au fost oameni ai străzii. Acum a venit timpul să-l cunoaștem pe inițiatorul acestui proiect. Victor Soroca este cel care i-a adunat pe toți acești oameni și i-a cazat în casa vagabonzilor. Cu ce scop? Aflăm chiar acum. Victor, te așteptăm! Victor, bună seara, bine ai venit la noi. Dacă îmi permiți să spun tu. Вы говорите на русском, Виктор? По-русски, да. А, хорошо. Значит, в любом случае, добрый вечер и рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Прежде чем вы зашли сюда к нам в студию, мы слушали маму Василия. Да. Которая прямо заявляет, что вы используете ее сына, зарабатываете на нем. И причем не просто на нем, а издеваясь над его личностью. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну, если то, что я хочу дать ему дом, и просил у мамы Васи дать мне паспорт для этого, чтобы ему сделать прописку, и дал ему вот какое-то условие жить, забрав его с улицы, где он был бомжом. Реально, есть фотография, когда я забирал его. Вася жил на теплотрассе, и как бы если это считается, что я ну как что-то плохое делаю, то это ее право. Нет, ее возмущает то, в каких ипостасях, скажем, ее сын появляется в интернете, она видит эти фотографии, ее это возмущает, не фотографии, а видео, точнее. Ее это возмущает, она считает, что это издевательство над Васей, и что именно вы над ним издеваетесь. Но есть же он, Вася, есть все свидетели, что этого нету. А скажите, пожалуйста, с какой целью вы собрали этих четверых людей вот в том хозяйстве, потому что это несколько домов? Ну сейчас я объясню вам. Я занимаюсь аттракционами, да?
как бы пока мы ездили по городам, да, с, ну, как этими вот аттракционами, там, Абельцы. Вы имеете в виду карусели, да, вот эти, да, вот, да, лунопарк, да, скажем, да, так, да? Да. Пока я ездил, я видел, как живут именно бедные люди, как у них есть дети, и у них нет денег покататься. Вот приходят с детками, и у них нет денег просто. Так. То есть я понял, что люди в Молдове живут очень плохо. А вы не из Молдовы сами? Из Молдовы. Молдован. Потом начался ковид, и я стал снимать ТикТок просто. Потому что ваша основная деятельность, да, она как, да, бы... Да, она просто прикрыта. И вы решили перейти на ТикТок? Да. И я начал снимать вот моего друга. Причем а друга... как вам пришла эта идея? Просто пришла. Потом я видел, что люди начали просить помощь меня. Вот дайте денег, дайте то, дайте то. А я часто это делаю. Часто помогаю. Вот. А скажите, вот вы говорите, Александр ваш друг. Да. Давно вы дружите с ним? Ну, я вот его знаю где-то с детства. Но человек, откровенно говоря, не имел даже дома. То есть человек Нет, жил на улице, дом. Насколько мы поняли. Человек имел дом, но его обманули. И он оказался на улице. Вы с ним подружились уже, когда он оказался на улице? Нет, или... раньше. Просто мы с ним Александр выглядел так же тогда, когда вы с ним подружились? Или вот все-таки под вашим влиянием он сменил имидж? Нет, просто он хотел петь. Я хотел показать всем, что можно сделать из простого человека кого-то вот, узнаваемого. И он имеет свой трек, он поет, он записи, ну как клипы себе делает. То есть делает вы хотите новые. Сделать из Александра звезду, да. И его продюсировать? Не то, что это слишком громко. Просто я хочу, чтобы ему отдали его квартиру обратно. А по поводу всех остальных, вы тоже чего-то хотите? Ну они уже все мне как бы близкие стали. И над Васей я никогда не издевался, это бред. Многие пишут нам комменты, что якобы они мои эти вот рабы, что я делаю деньги с помощью них. Я ни одной копейки с них не имел. То есть я потратил с ними больше, чем 10 тысяч евро, но я ни одной копейки с ними не имел. А на что конкретно вы потратили больше, чем 10 тысяч евро? На дома, спросить? На проживание, вот на дома, питание. Вот те дома, которые мы видели, стоили 10 тысяч евро? Нет, они стоят 5 тысяч, 3 дома. А скажите, пожалуйста, вот был ранее задан вопрос, в чьей собственности находятся эти дома? Или, может быть, они арендуются? Нет, я их купил. Есть все вот эти вот документы. Есть, да, да. Я вот их купил. Я пытаюсь... На свое имя, простите, Виктор? Сначала, да. Так. Потом я был у... Ну, как есть там мэр. И пытались их прописку им сделать. Да, примар. На что примар ответил, что он не может их прописать, потому что якобы люди недовольны, и секретарша, что занимается пропиской, она больна. Ее нет. И причем ее нету вот уже где-то 30 дней. То есть, другими словами, потому что ранее Кристина и Александр нам рассказывали здесь, что, по сути, они являются владельцами, то есть вы переписали на них дома. На самом деле они там даже не прописаны. По той или иной причине. По сей день они не прописаны, так как примар ответил, что нет секретарши вот этой, что занимается пропиской. Вы собираетесь только прописать ребят в этих домах или переписать буквально на них эту собственность? Дома все будут на Сашу, на Кузю, на вот Васю, на Кристину. Возникает логичный вопрос. Зачем вам это надо, Виктор? Просто хочу им добро сделать. Это чистой воды благотворительность вижу, с вашей стороны? Или все-таки есть какой-то скрытый интерес на будущее? Вот, скрытого нет. Хочется там открыть им что-то, чтобы они имели свой доход. Не мой доход, их доход. Извините за вопрос. У вас есть семья, дети? Да, есть. Вы также инвестируете в своих детей? Или, да, или может быть, вам там что-то не удается, поэтому вы пытаетесь помочь чужим людям? Нет, у меня прекрасно. Я есть дочка. Все отлично у нас.
В семье все отлично. Мы просто пытаемся понять. Мы в шоке, наверное. Просто на самом деле, как бы, если это абсолютно правда, то, что вы говорите, мы это не каждый день встречаем. Как бы. Все мы вроде бы добрые, все мы вроде бы помогаем, но есть определенный лимит. Я сначала им снял дом. Снял для того, чтобы они не имели где жить. У меня была цель такая, вот взять и троих ребят, и троих и девочек с улицы, пьющих и проблемных. Тех, кого наше государство просто не, ну как, проходят мимо них. Взять их и двоим, кто будет жена, муж, им отдать дом, купить дом им в деревне. После того, как я им снял хороший дом, причем с сауной, со всем, я понял, что они там жить не могут, так как они его ломают. Все ломается. Соседи дебоширят? Да. То есть я так понимаю, что соседи сейчас по селу, они правду говорят, что далеко не спокойные соседи. Кому именно что-то мы сделали плохого в селе? Давайте, прежде чем мы перейдем к этой дискуссии, посмотрим, что вы нам еще рассказали про вашу идею с этим домом. Я купил им дом за свои деньги. Взял кредит в банках, стоило это около 5000 евро. Была идея, чтобы жило 3 парня, 3 девушки, и в конце им купить дом в селе. Для того, чтобы хоть двое построили семью. То есть они бы имели шанс на жизнь, как я, как все живут. Сашу Бабабоя, я его знаю как бы с детства. Потом появилась Кристина, нам написала. Потом мне кто-то прислал видео с Васей, как он в Бельцах бомж танцует. Я поехал в Бельцы, вот общался с ним, знакомился с ним и забрал его. Кузя мне предложил ковры забрать. Пришлось забрать и ковры, и якузю вместе с коврами. Я начал снимать случайно, потом это вот слишком быстро вот идет все вверх. Я как-то, вот у нас идет лайв, и я спрашиваю, кто откуда нас смотрит. И получается, что нас смотрит вся планета. И Африка, и Канада, и Север. Я сделал с ними контракты о том, что я имею право их снимать и выкладывать в соцсети. Я как адвокат говорю, что вы скрываете и скрываете какую-то ложь. Я отвечу. Витя, ты сингура из Пуска и Лукрат, ты работал на аттракционе. Да. Вас закрыли. Да. У вас не было дохода. Да. Вы перешли к ТикТоку, да? Чтобы просто хобби. Подождите, чтобы покормить семью. Нет, подождите. Такого не говорил. Витя, вот такой вопрос. У вас была работа, аттракцион, и у вас бизнес не шел. Вот так, не шел. Нет, да? У нас шел бизнес, как это он у нас не шел? Ну, переводок увидел Баункис, коррект? Ну да, и что? Что-то такое мало ТикТок. Мои парты, эти пункты видеря леджи. Persoane respective, patru, dacă au luat acordul să se filmeze, ei trebuie să fie remunerați pentru munca depusă. În caz contrariu, dacă ei fac un lucru și pentru aceasta sunt neremunerați, este muncă forțată. Pentru așa ceva poți fi atras la răspundere. Mai departe, spui la bun început precum că ai formalizat proprietățile după 1, 2, 3. Uite, Alexandru chiar spune că e proprietar. Uite, chiar Cristina spune că e proprietară. Я сказала документы в процесе, не переворачивайте, пожалуйста. Cristina, eu ca și avocat apăr poziția și ar putea ulterior să-mi spui mulțumesc pentru poziția pe care am avut-o. Я не скажу вам спасибо, потому что вы утрируете. Вы не знаете ситуацию, говорите то, чего нет. Бан пентру аста. Да, Александру пентру. Финкен, орче мунка. Так это было бы. Он нам хотел ферму сделать, теплицу. Дайте я вам скажу. Молодой человек, дайте я вам скажу. Александру. Это было бы, но не сразу. Александру, он нам предложил. У нас есть огород, есть сотки за домом. Это было бы. Бини, а как он мне сразу будет платить, что я снимаюсь в ТикТоке? Вы с чего взяли? Он наоборот тратится на нас. Деньги вообще за съемки. Дает деньги. А вы знаете, что в соцсетях можно заработать? Ну, нам никто ничего не дал. Я уверена, что он зарабатывает. Я даже больше того скажу. Я укутилась на табсолу до кучи. Ну, по крайней мере, у него есть бизнес-план. Я уже понял, что на этом можно заработать. Что и эксплуатари прин мунка, шимай мулдикат, а ты, Виктор, кума спустела. Я ла вот аттракционе. Вот вы задали вопрос Виктору, я извиняюсь, вы задали вопрос Виктору. Можно я вам скажу? Кристина, уйдете.
Asta e startup. Startup care se începe cu o investiție de 5.000 de euro. A luat credit de la bancă. El dar nu-i bogat, spune. A luat credit ca să cumpere într-un sat departe o casă unde se dă la persoane nevoiașe. Găsim persoane nevoiașe. Voi așa ziceți, dar eu vă по-другому скажу. А вы думаете ему по приколу убивать время, убивать на нас деньги, заниматься вот этой ерундой? Это неинтересно тоже, правильно? Что вы говорите? Încă o persoană locuiește în gospodăria organizată de Victor Soroca. Este vorba despre Ion Pogăneală, cunoscut în mediul online cu numele Baton. Atenție la ecran. Ion Pogăneală este originar din orașul Căușeni. Bărbatul era deseori filmat de către localnici cu telefonul mobil, care apoi postau filmulețele pe internet. În scurt timp, aceste videouri au devenit virale. Multă sănătate lui Ivan Mihailovic! Молодец! De bătruha! Bătruha! Eu la toamnă vreau să știu prezident. Votați-mă! Acum un an, un utilizator al internetului a decis să-i schimbe soarta lui Ion Pogăneală. Din om al străzii, bărbatul s-a transformat în vedetă, ajungând să semneze contracte de publicitate și să organizeze concursuri pe Instagram. Așteptați aici, dacă un ceva, eu o să vă spun. Mă brobos. Da. 30.000. Când îmbrac staff la concurs? Ce soartă are astăzi Ion Pogăneală, alias Baton, aflați imediat. Когда Ваня ко мне приехал, да, люди не понимали, а почему он приехал? Съел он, слушай, спуни, сфолосешти, шнева примешти бань. Эти видео сколько набирают? Ну, 1050. Давайте я разберусь сейчас голый и буду ходить не и показать вам. Не могу приходить. Но вы живете в нашу праву. Цель такая, вот взять и троих ребят, и троих девочек с улицы, пьющих и проблемных, и им отдать дом, купить дом им. Я лично сама попросилась, мне негде было жить. Якобы они мои эти вот рабы, что я делаю деньги с помощью них. Я ни одной копейки с них не имел. Щикувятата, я и соседям сказал, и в комментарии написал в ТикТоке, люди добрые, не трогайте меня, мою жизнь, мое лицо, что хочу, то и делаю. Ты им раката уроки, ты пущи не обав? Знаешь, кни украинскую, Кузя, пожалуйста. Ну, говори, не... Ты зачем ты меня перебиваешь? Да. Хочется там открыть им что-то, чтобы они имели свой доход. Не мой доход, их доход. Так ей факу лукру, și pentru aceasta sunt neremunerați, este muncă forțată. Pentru așa ceva poți fi atrași la răspundere. Но вот мы начали обсуждать случай Батона, да? Ну. А человек с улицы, которого взял, скажем, тоже такой благотворитель вроде вас, сделал из него звезду Ютуба, да? Потом, может быть, он покажется очень противоречивым персонажем, но именно благодаря этому он зарабатывал деньги в интернете. И ко мне поступил звонок, что Ваня в Каушанах, голодный, неевший, грязный, спит на улице. И дал ему трубку Ване. И вы сказали, что давай я тебя заберу. Почему именно Ваня? Ваня, вот вопрос, Ваня знаете, просился в чем, Виктор, ко вопрос? Мне сам. В том, что людей с улицы полно. К сожалению, да. В нашей стране да. Огромное количество детей, подростков. Вот именно. Почему именно эти люди? Потому что мне звонил мой друг. Я даже не был... как бы не особо вот знал про Ваню, про конкурсы, вот эти, про деньги. И Ваня говорит, что у него не было денег никогда. Ваня пришел ко мне просто для того, чтобы я и помог ему глаза сделать. Потому что Ваня очень плохо видит. Не исключено. Почему он обратился и тот, именно кто к вам? Снимал вот такие вот клипы красивые, скажите, да? Вы снимали хоть раз Ваню? Или точнее, он себя снимал в любой ипостази с тех пор, как он попал к вам? Да, ну, несколько раз. Где-то максимум 7 клипов. Максимум. Почему вы его снимаете? Если вы говорите, что вы его просто хотели ему помочь и сделать операцию. Мы снимаем жизнь. Жизнь простых... ну, как его жизнь. Всех снимаем. Migrarea lui Baton, de sub influența unui patron către altul, a stârnit discuția prin SP online-ul moldovenesc.
s-a ajuns chiar și la amenințări. Atenție la ecran. Ce pot eu să spun să Nelu? Ai ajutat un bomj la Căușeni. Eu știu că din asta nu poți să faci mulți bani. Ai ajutat și tu un bomj. Sandu, salut! Căruci, uite, așa o situație. Mi-a sunat amoi băieți de acolo la casă și unde eu luat pe baton. Și acolo așa că pe dânsă căruci le îmbate cu deasâlă, le ține, nu de voie lor să ducă acasă. Le-au adus tocmai după ediment. Sandu, n-a să ajute nici o poliție acolo, că așa la are sfeazuri. Acum ascultă-mă, tu pe... Victoraș, bratișca, nu uita cine și eu. Ba tu știi cine și eu, cu și oameni stau la masă. Cu persoane care are ceas, ca cum cvartira asta atacă. Nu uita cine tata meu. Tata meu e avtoritet foarte mare. Dar eu la nimeni nu-i spus cine el reprezintă. Mie îmi pare rău, foarte tare îmi pare rău, cum te plată. Sunt el de baton a avut grijă ca de copilul lui. Dar mai bine ca de copilul. Oameni buni, că ieșiți de un grad, uitați-vă dimineața din urmă. Когда Ваня ко мне приехал, да, люди не понимали, а почему он приехал? Как так? Он жил там, ну как, ему там было все четко, квартира, да. Деньги. Ну вот объясните этим людям, наверняка им будет интересно посмотреть эту передачу. Почему он к вам приехал? Чтобы я ему сделал глаза и отпустил его домой. Но все. Вы не сделали ему глаза. Нет, и при этом что ему не... сняли с ним уже 7 видео. И что? И глаза не сделали и не отпустили. Глаза мы с ним были в больнице, ему их не могут сделать. Но он до этого же работал там, у него были деньги, ему могли бы сделать глаза. Я так понимаю, что он не от хорошей жизни оттуда ушел, не в хорошую жизнь приходит. În română eu aș spune asta seamănă cu o rețea de proxenetism. Pur și simplu. Să iei un om, să duci, spune, să folosești, cineva primește bani. Если eu nu pot вам, să cred că dumneavoastră nu primiți bani de pe aceste видео. Если я к вам приду домой жить у вас дома, да, и вы меня приглашаете, ну как, сите к вам домой, да, это как плохо, что ли? Но я не выставлю камеру везде, чтобы вас снимали, я получала за эти деньги за прямую трансляцию, и кто там что говорит вам а делать? Я не вот это, по-моему, деньги, вообще девушка. Странно. Если вы сказали, что мы создали проект, заселите их в дом, и вот за эти деньги, что мы получаем в ТикТоке, мы окупаем дом. Это другой вопрос. Но что-то вы как-то неправильно объясняете, вас и мы не то понимаем спросить. То, что вы хотите. Можно объяснить? Вас спросить? Да. Вы думаете, что я делаю с них деньги, или вы это знаете? Наталья, там на видео было я отчетливо видно, я что не там, знаю, как где там лайв идет, где комменты пишут, там сверху написано 2000 столько-то рублей. То есть, понятное дело, человек за то, что он просматривает этот лайв, этот эфир, то он какие-то деньги за это платит, да, или за участие в этом во всем. Тут речь шла о какой-то доброй инициативе, да. Бедные сельчане, на которых мы наехали, что как вы так можете, тут люди бедные живут, им негде жить, там бомж, хаос какой-то. Но тут получается совсем по-другому. Тут какой-то хорошо поставленный бизнес, хорошо продуманный. Взяты люди не просто, и как правильно Наталья сказала, не любой бомж с улицы взят, а взяты эпатажные люди, которые приведут аудиторию, которая делает шоу. Я, например, нужные, вообще... Нужные люди. И я вообще бы, например... Aș insista pe o expertiză medicală acestor oameni. Poate ei nu sunt de deplinătatea facultăților mentale să semneze oricare contract. Odată ce au capacitatea de exercițiu deplină, prin hotărârea de judecată nu au fost lipsiți de această capacitate, ei pot să semneze orice fel de contract, având vârsta de 18 ani. Asta este dreptul lor. Însă, odată ce Vasile are mamă, nu-i spus faptul că mama avea tutelă asupra lui Vasile, ce nu-i spus faptul că tutela respectivă, fie că a expirat în legătură cu faptul că Vasile a fost prin internat, a fost prin alte părți, de acum asupra lui Vasile e bine să fie aspectul de tutelare stabilit prin intermediul autorităților de asistență socială, Vasile. Crede-mă pe mine, fiindcă el... Dar unde eu fost până acum? Vite, uite atent, singur spus că ți-i prieten, Alexandru, așa e? Da. El recunoaște care are probleme cu alcoolul. La fel recunoaște și Cristina care are probleme cu alcoolul. Făcea o bunătate dacă îi convingeai strateză de alcool și îi organizai o viață decentă. Он не признал! Что, что я делаю? Что я делаю? Предлагал идти тебе в больницу? Да. Кодировку сделать? И просил тебя, Саша, да. Давай поедем? Шейфост? И они не хотят.
Ну, как, они не хотят. Я нам войс пак не мику форца. А он мне предложил, Кристина, давай просто адвокат, Кристина, чего вы не согласились, если вы говорите, что месседж ваших видео как раз в том, что не делайте так, как я. Не напивайтесь так, как я, чтобы вам было стыдно. Я лежала в психиатрической больнице в Бельцах именно по поводу своего алкоголизма. Я там лечилась 21 день. Я там пролечилась, я не пила, я вышла, я тоже не пила. Почему вы не прислушиваетесь к Виктору? Потому что на самом деле он, я помню, вы говорили о том, что Виктор постоянно вам говорит, не пейте, да, это единственная его просьба. И моя мама так вы, говорила. Вы, насколько я понимаю, с большим уважением относитесь к Виктору и с благодарностью, потому что надо на самом деле признаться, он для вас решил очень много проблем. Да. Почему вы не прислушиваетесь к нему? Почему вы не перестаете пить? Если я перестала даже он вам говорит, на что время. Я перестала, но я не хочу навсегда. Я сейчас попрошу коллег моих вывести на экран один скриншот и попрошу вас его прокомментировать. Что вы видите, как надпись наверху? Что там написано? Насколько я понимаю, это символ российского рубля. Да, нет? Это 1156 рублей. Около что это? 11 баксов, что, что люди это такое пишут для Кузи. Да, видите, Кузя эти деньги взял, хотя эти деньги там. Я оттуда ни одной копейки не получал. А откуда тогда эти, где эти деньги вот сейчас? Это люди, что смотрят, кто хочет понятно им чем-то помочь, да? Помочь. И просто где собираются делают эти деньги им донат. Где собираются эти деньги, Виктор? В нете. В нете, где да они хранятся? Это деньги, которые перечисляют. Куда? Есть какой-то электронный счет? В каком кошельке? Я знаю, есть там Kiwi, WebMoney, WeTransfer. Так, чей это счет? Это счет всех, общий счет. На кого он конкретно записан, понимаете? Это юридическое лицо или это физическое лицо? Должно быть одно имя или название компании? Записан, мы купили просто сим-карту. Вместе купили сим-карту. И вместе это сделали. Где хранится сим-карта? То есть вы хотите сказать, что в нашем доме Виктор, просто мы сейчас просто ведем какую-то дискуссию, как в детском саду. Вот вам, пожалуйста, доказательство. А где человек? Вы не говорили, что мы... Человек, смотрите там. И это причем только один скрин. То есть мы-то не знаем, сколько там денег на счету вам было перечислено. А я знаю. За 3 месяца 2000. С копейками. Мы, нам придется вам поверить, потому что только евро. Вы, у вас эта карточка, и мы а никаким образом не можем карты вам поверить. 7 января появились в этом селе. Откуда 2 месяца? Я не понял. Ну, мы снимали вот раньше, что... Мы до этого в Веловенах. Снимал дома нам дом. Если вы думаете, что мой ТикТок, ну как, они мне его собрали, подняли, это не так. А как? Я сам его сделал. А за счет чего? Талант у меня такой. Ну а что вы делаете? Вы сами себя снимаете? Снимал, да. Вы переодеваетесь женщину, красите ногти, нет, делаете снимаю татуировку на лице. Я снимаю мои мысли, что мне наша страна и правительство наше не нравится. А для этого я купил им дом. И сколько визуализаций вы собираете? Если можно это сравнить с привлечением внимания к видео, которые постят ребята. В день смотрит... Вас конкретно? Сколько людей в день смотрело? 500 тысяч в день. 500 тысяч в день вас смотрели, просто тысяч вы сидите за столом и рассуждаете о том, как тяжело жить? Ну, нет, Виктор, извините меня, общее, я, конечно, общее, человек, который общее не подписан на ТикТок, но я вам не верю. Это такие видео право не собираются. Такие видио не собираются только просмотров. Вот вы право сидите за столом и говорите, боже, как тяжело жить в этой стране. Нет, и я вы показываю 500 правду, тысяч что просмотров происходит, когда человек трезвый, когда пьяный. С целью, чтобы дети не пили. Кристина понимаете говорила все о том, познается в сравнении. Ну, да, Кристина правильно ранее говорила о том, что она записывает себя, когда упивается вдрызг, сама себя не смотрит. Но вы наверняка следите за тем, сколько просмотров набирает ее видео. Эти видео сколько набирают? Ну, 1050. 50 просмотров. Тысяч. Одно видео. Это да, достаточно видео много. Это Молдова очень много. А если бы я снимала нас сколько, то меня бы не смотрели. Виктор, а теперь 100%. Скажите, вас каким-то проблема образом не коробит это? Нет. Как и у всех ребят, у них собственных денег практически своих нет, да? То есть они говорят, что они живут за ваш счет в доме, который вы им купили. Откуда Кристина берет алкоголь или деньги на алкоголь, чтобы упиваться вдрызг, снимать себя для Ютуба вот и так далее? Это покупает
дядя Саша. А дядя Саша, откуда у него деньги? Ну как, есть деньги, есть у него? Я сломала дверь в погреб. Александр, у тебя есть деньги? Саша, откуда? Ваши коллеги сняли эту дверь. Александр, откуда у тебя деньги? Она была забита два раза досками. Но тебя это не остановило. Я продал мою квартиру. Но сейчас я не пью не потому, что... Бросился с ребятами, чтобы нам занять какую-то жилплощадь. Саша поставил деньги в банк, имеет проценты. Проценты, да, идут. И он имеет ежемесячно свои деньги. Витя, ты веришь в это, в то, что говоришь сейчас? Я это знаю. Я хорошо, это знаю. Теперь давайте мы здесь поставим точку, потому что, к сожалению, у нас время не резиновое. И вернемся к изначальной проблеме наших первых двух героев, потому что все началось с них. Их очень-очень волнует вопрос проживания ребят рядом с ними на одной улице. Их возмущает их поведение. Они говорили, что вы их даже некоторым образом, ну, скажем, обманули, потому что примар нам признался, что вы пришли, сказали, вы будете снимать кино, они подумали, что это будет что-то красивое, искусство, а потом вот они видят ну, какие-то неоднозначные, скажем, ролики в интернете про своих соседей, их это беспокоит очень. Леонид, давайте Александр, вы скажите и Виктор. Виктор, ты говоришь, что Зина Ивановна на работе. Зина Ивановна, к твоему сведению, 3 недели на работе. 3 недели она уже на работе. Примар уже говорил, ну, что мы 3 дня. Когда обратно, у нас был с тобой конфликт, когда была полиция, сбейцы приезжали, то что сказали? Это я вызвал полицию. Ты вызвал полицию? Ну да. Даже приехала полиция, сказали, в течение недели ты должен принести паспорта, поставить всех на учет. И ты сказал, что у меня есть договора. Какие договора, транзакции, звонить в полицию, нет паспорта? И спросить участка. Подожди, я вас слышал, вы слышите меня? Какие, может быть, есть юристы, которые... Какие, может быть, транзакции? Транзакции, это эти договора можно провести, потому что я человек уже прошел. Это я знаю. Если нет паспорта, это основной документ для того, чтобы сделать какую-то транзакцию. Это основной документ. Устный договор тоже имеет юридическую силу. При чем тут транзакция? Правильно я говорю? Вы как адвокат, скажете мне? Кристина, ты покупаешь устно дом. Дальше. Мы с ним устно договорились, какая разница? А что бы вы хотели? Может быть, вы им скажете сейчас в лицо, вот не делайте этого, 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 у нас будет абсолютный мир. Мы хотели, чтобы они поменяли имидж. Имидж. Введение. Это все, чтобы они... Ну да, нормально. Что ты... Можно им ответить. Но если ты видео каждый раз выставляешь, и вся молодежь смотрит... потом им дадим вопрос. Давайте я разберусь сейчас голый и буду ходить и показать, что у меня есть. Если хотите, ходите. Если хотите, ходите. Вы живете в нашем городе. И голый. Но это ненормально. Это ненормальное введение. Придется проблема ваша. Насколько я поняла, Кинкатям инсталлирует. Є уже про бабіл чивой, пача, є стякам путін про бабіла. Eu sunt de nou, nu știu foarte bine, într-adevăr un sat cu tradiții rigide și bine fundamentate. De ce subliniez acest lucru? Pentru că oricând, în orice colectivitate, când vine cineva nou, trebuie să se impună cumva ca să fie acceptat, să fie aprobat, să fie primit în această comunitate. Mai departe, se conturează anumite probleme care fac un traseu foarte sensibil între devianță și delicvență, deja din ceea ce am văzut noi aici. Să recunoaștem că pentru societatea în care voi încercați să vă impuneți, comportamentul vostru este unul deviant. Acest lucru nu este neapărat rău, nu este neapărat nici bun. Faptul că voi faceți altceva decât ceea ce este primit în această comunitate, automat este privit diferit. Și dacă voi v-ați propus să epatați, voi v-a reușit 100%, pentru asta nu știu pe cine trebuie să felicit. Însă este important să înțelegeți aici faptul că o continuitate a lucrurilor poate fi posibilă doar dacă se găsește un consens. Doar dacă se stau la... Nici nu știu dacă este corect spus la masa de dezbateri, pentru că nu e vorba de așa ceva. Dacă voi o să reușiți să acceptați pentru voi anumite norme și anumite valori ale celor care locuiesc deja în acest sat și dacă cei care locuiesc în acest sat o să reușească cumva să vă accepte și vouă modul vostru de viață, modul vostru de impunere într-o colectivitate. Ce o să vă reușească vouă să faceți pe viitor? Cred că cei care vă urmăresc o să poată vedea.
Recomandarea mea este să fiți foarte atenți la mesajul pe care voi încercați să-l transmiteți. Dacă încercați cu adevărat să transmiteți un mesaj pozitiv pentru societate, este adevărat că de multe ori trebuie să poți cobori la nivelul societății pentru ca ei să te facă înțeles. Însă, la fel de adevărat este că de mai multe ori poate este bine să insiști cu un mesaj pozitiv și un exemplu pozitiv, astfel încât să-i molipsești pe cei din jurul tău, într-adevăr, de lucruri frumoase și sănătoase, dar nu să le arăți comparația, cum poți fi într-un mod și cum poți fi în altul. De lucru pentru psihologi aici este. Da, noi la această emisiune am văzut trei ipostaze, drepturile locatarilor, care consideră că li s-au încălcat prin noi proprietari la această casă. La fel, vedem dreptul la proprietate a lui Victor, care a cumpărat această casă și de multe ori s-ar putea că să fie violat inviolabilitatea domiciliului, deci să fie violat domiciliul când unele persoane, împotriva voinții lui, au intrat cu stica goală și au spus, hai să facem cunoștință, această încălcare de lege. Al treilea moment, vedem că aici niște persoane care au avut nevoie de susținerea societății și parcă Victor a făcut un gest și le-a acordat un acoperiș asupra capului, însă uitați-vă că prin felul cum face show-ul Victor, are drept scop de a obține anumite dividende. Nu pentru moment vorbesc Victor, eu vorbesc startup-ul pe viitor. De aceea tu cu riscul ca să fie luat în evidență de către procuratură și poliție, în sensul să verifice sub ce condiții tu ai contracte cu Alexandru, cu Alexandru, cu Vasile, care nu au pașapoarte de identitate, sub ce condiții, la fel, sub pretextul, dacă nu cumva este exploatarea omului de către om în lucru pe care tu l-ai, al treilea moment pe care eu îl văd, un moment pe care eu îl văd, e legat de tratarea a unor persoane bolnave de alcoolism. Chiar dacă persoana recunoaște că e bolnavă de alcoolism, atunci noi trebuie să punem tot posibilul ca să-i tratăm. Dar uitați-vă, Cristina a băut aseară, a prezentat un show care a spus că nu faceți ca mine, numai decât mâine seară va bea și va arăta din nou să nu faceți ca mine. De acum se transformă într-un fel de reality show, dar acest reality show este un exemplu prostesc pentru acei care vor să facă, să obțină un ban cinstit. Fiindcă o parte din locatarii noștri, din cetățeni, vor spune, uite, Alexandru s-a vopsit, mă vopsesc și eu mâine și a să deschid și o pagină de YouTube și n-a să lucrez, dar să obțin bani. Uitați-vă la Vasile și-a găsit o casă și poate dansa și să îmbracă roche, mă îmbrac și mâine roche și nu lucrez și așa să obțin dividende. Uitați-vă la Cristina care vrea bea și pentru aceasta mai primește și like-uri în Instagram, mâine pe mâine. Acest exemplu este foarte și foarte rău pentru societatea noastră. De doamne, de doamne, Cristina! Как будто я не работала до этого. Как будто если я пью, я не работала. Я работала кассиром в банке, у меня неоконченное высшее образование. Вам уже много лет, у вас образование, правильно, адвокат вы, так? А кому-то из таких, как они, вы что-нибудь дали в жизни, вот ваши, доброта ваша где? Ведь я телеспонный фелор уметор. Пустура лор сын обзежди проченте, din populația Republicii Moldova, Vasile, care se află sub pragul de sărăcie. 80%. Numai că 80% они живут как они пьют, приходят, ну как они приходят пьяными домой к своим детям. Понимаете? Ну как это я показываю. Витя, ты шоу? Я дичь это примешь бань, да кум Витя. У меня нет денег оттуда. Вот это нам это умило, тут он держался, где рубли пекали. 20 баксов. Я так понимаю, что у ребят, кто живет под крышей Вити, сейчас не самые лучшие времена. Я надеюсь, что у них станет все намного лучше. Вы соберетесь и пойдете своим путем и приобретете ту жизнь, о которой вы мечтали. Я вам желаю удачи, а пока не пейте и следите за здоровьем. Я
O să vă spun, Alexandru și Leonid, dacă de la început istoria cumva părea amuzantă, acum nu mai pare atât de amuzantă, eu vă doresc răbdare și orice luptă pe care o să o faceți, dacă băieții într-adevăr încalcă legislația, să o faceți doar în cadrul legal, cu poliția, cu primăria. Vouă, băieți, vă doresc succes. Hype-ul nu este neapărat cea mai frumoasă modalitate ca să vă afirmați în societate și să deveniți celebri. Încercați mai departe să vă detașați de Victor și să încercați să faceți ceva personal, pentru că depinzând de dânsul vouă, o să vă fie mai greu să vă separați. Dar în aceeași ordine de idei, vă recomand tuturor să vă lăsați de vicii și să începeți un mod de viață frumos. Fiindcă aveți tatuaje, fiecare are modul lui de viață, dar încercați să fiți independenți. Independența voastră o să vă creeze niște premize pentru o viață frumoasă în continuare. Succes! Dar noi mulțumesc, dar noi suntem independenți. Și apropo, dar este un care cărora nu-i place, Natalia, să nu-i urmărească. Haideți, încheie această emisiune în speranța că odată și odată o să deschid și eu poate cândva TikTok-ul și am să o văd pe Cristina crescând piersici și povestindu-ne despre tot felul de soare. Eu hoțiu salată, vă rașim! Aici încheiem, liniște și poate vă doresc să ieste cei dragi milioane.